Всем Deutsche Football, дамы и господа, с вами самая точная программа о немецком футболе на российском телевидении. FIFA прогноз, и как обычно по классике ее ведут два великих аналитика, два великих эксперта, экстрасенсы из мира футбола, Игорь Белоногов и я, Роман Принцков. Игорь, здорово. Приветствую. Что мы сегодня предсказываем? Сегодня мы предсказываем, ну ты сам уже заявил, немецкую Бундеслигу. Вот два выпуска подряд у нас была Италия, поэтому сегодня мы решили как-то разнообразить, да. Тем более у нас тут встреча лидеров немецкого чемпионата, а именно Бавария и Лейпциг. Да. Интересно звучит то, что двух лидеров чемпионата, и в это число не входит Боруссия Дортмунд, ну, которая да. ранее была. Теперь она уже куда-то вниз и ушла. Да, пока по коэффициентам посмотрим, что да как, что букмекеры говорят по поводу этого матча. Открываем коэффициенты, а тут в Лейпциг вообще не верят абсолютно. 6.60, 6.40. Вот Винлайн дает 5.99. Ну, вот Фонбет дает самое минимальное, по-моему, 5.70. Да. Верят. А Бавария вот варьируется 1.46, 1.53. Ну, в общем, явный фаворит. Почему? Ну, Левандовский, наверное, просто решает, да и все. Да, да. Другого не дано. И вдобавок у Баварии не сыграют Кимих и Дэвис, Тилман и Талиса, а у Лейпцига практически вся такая, я бы не сказал, что основа, но... Ну, около. Да, около основы тоже, так что скамейка запасных немножечко все-таки допередеет. Ну да. Вот. Ну, твой прогноз какой? Ну, ты бы на кого я поставил? Бы, наверное, согласился с букмекерами, конечно. Ну, Бавария всегда фаворит, это очевидно. Вот. Ничеек в немецкой лиге быть не может, да? Ну, видимо, нет, я не знаю. Ну, коэффициент какой-то очень такой непонятно большой на Лейпциг. Вот чем связано, непонятно. Ну, я бы, наверное, тоже поставил на Баварию. Но нет, решает матч. Вот. Мы его сыграем, потому что точные прогнозы они где? У нас, естественно. Разумеется. Естественно. Ну, естественно. Да. Бундеслига, 10-й тур, Бавария, РБ Лейпциг. Прямо сейчас поехали, мы начинаем. Так, ну что, поехали. 10-й тур немецкой Бундеслиги. Покажи, какая Бавария фаворит. Сейчас покажем, ты не... Давай. Не, вот сейчас. Не-не-не-не, вот. Вот сейчас, да, вот сейчас покажем. Ну, поехали. Так, надо решать. Вот сюда можно. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Нет, нормально. Ну, нормально, нормально. Первый момент есть. Венгры на месте забирают. Венгр же он, да? Венгр, да. Но не тот, который в трикошках играл в чемпионате Европы 2016. Не тот легендарный. А где-то легенда закончил уже карьеру? Так ему тогда уж, по-моему, под 40 было, если я ничего не путаю. Ну, выступал уже. Теперь мы сделаем вот так. А мы спокойно делаем. Так. О! Я вообще так не хотел, но... Это не Осимьен, да? Это не Осимьен. Это вырежем. И... Ой, пяточки. Это опасный момент сейчас был от Роберта Левандовского. Ну и надо доделать ударом, но не точно. Графен показал, будто мяч уже залетал в ворота. Ну да. Так, что здесь? Наш. Наш баварский. Родной, да? Конечно. Нет. Сейчас все будет. Знаешь, когда вот играешь за Red Bull, охота вот это... Ферстаппен на Албана. Ага. Квят с мячом. Этот, конечно, на Квята не похож, это больше на Хэмилтона. Гнабри открылся, нормально прошел, зашел в штрафную. Уля-ля, отбили атаку. И давай, пора, пацаны, уходить вперед. Поехали, атакующий даже сейчас поставим. Делаем вот так. Понял, делаем защитный тогда в ответку. И защищаемся. Так. Защищаются обычно на своей половине поля. Ну. Так. Да что ж вот. Такое, надо пройти ж тебя как-то. На своей половине поля защищаемся. Угу. Держим. Полсон. Ну-ка. Вижу, вперед там уходил. Туда ты отдал. Ну ты, блин, ну что ты творишь? Алло, FIFA, можно других игроков и не вот включать. Ой-ой-ой-ой-ой. Роберт! Есть. 1-0. Ну, это Левандовский.
Ну да. Зарешал. 32-я минута. Сам себе там золотой мячик собрал из лего. Ну да, да. Еще что-то сделал, например. 1-0, Бавария впереди. Теперь тоже. Можно сверхзащиту, наверное, поставить. Два сразу забьется, Миша, да? А, да, это не так работает. Опа! Не, ну тут Нойер, тут, блин, конечно, с ним тяжело. Так, я, конечно, в футболе не очень разбираюсь, но я ставлю сверхзащиту, но у тебя атаки пошли. Это как-то... Ух, хороший был удар с углового. Человек, похожий на Абумиянга, его исполнял, но это не он. И я что-то не знаю, он перешел в Лейпциг. Вы о чем говорите, да? Что за бред вы несете, ребят? Так. Да ну не. Ой-ой-ой. Да ну не, да что ты будешь делать, защита, алло, Вася на каве передает вам привет. Ну я ж поставил атакующий, чего вы стоите, тусуетесь тут внизу. Ага, гениальный ход, мне прям нравится. Супер. И все, первый тайм на этом закончился, 1-0. Ну так, живенько. Так, смотрим статистику. Ну как живенько? 39-61. Вообще живенько. Кайфовенько. Точность ударов 50, точность пасов 74. Ладно, хоть по точности пасов где-то рядом. Но точность ударов... Сверхзащитная расстановка. Ага, вообще классно. И владение мячом. Да, люблю Баварию, когда на сверхзащите. Поехали, второй тайм. Побежали. Ну беги ты там вперед. Ну что ты там рядом тусуешься-то, а? А что он делает, а? Почему он рядом тусуется? Почему он не идет туда, куда я ему указывал? Ну-ка, с острого угла пробить. Вынести надо, ребята. Доигрывать момент. Куда? Ну, доиграл. Нормально. Ага. Нет. Ну это раскат. Дубль Левандовского получается, да? Это просто раскат. Ставь сверхзащиту. Лады, проверяем. Вот сейчас будет. Очень клевая игра. Самая сильная. Убегай! Утолкни, ну! Давай, Форсберг! Ну-ка! Е-бой! Сверхзащитная тактика. Сверхзащитная, тогда будете забивать голы. 80-я, 2-1. Ну. Да. Почти. 2-1. 2-1. Так, надо статистику, наверное, посмотреть. Давай. Ну, очень. Выровнялась статистика. 56-44. 7-5. 6-3. Ну, относительно. Но то, что сверхзащитная тактика работает так, что ты идешь и забиваешь, да. По-моему, это не так должно работать. Как бы с другой стороны, ты пропускаешь. Да. Все голы, по-моему, на сверхзащитные были. Угу. Ну, это что-то. Это FIFA. Это FIFA, ребята. Тут надо просто смириться. По-другому мы не знаем, как это все делается. Но счет на табло 2-1. Ну что ж, подведем итоги. 2-1. Бавария все-таки победит. Букмекеры оказались правы, то что они дают коэффициенты от 1.45 до 1.50. Да, ну матч вышел очень захватывающий, упорный, с, ну, почти камбэком, так скажем. Вот, ну, как раз-таки играют лидеры, там 2 очка всего между ними. Так что, в целом, смотрите, прогнозы, конечно, самые верные, естественно, у нас. Вот. И наше мнение, точнее, мнение FIFA, потрясающей игры вообще, всем советую. 2-1, победа Баварии. И что в конце? Ну, что-то еще, наверное, надо добавить тебе. Да. Вот. Да, и, кстати, вот, раз ты не добавляешь, тогда я добавлю. Ребята, последний прогноз у нас зашел. 4-0. Наполи выиграла. А у нас было 1-0, но да. Наполи тоже выиграл. Наполи так тоже что выиграл. Решайте, зайдет этот прогноз, не зайдет. Пока что мы идем в положительной линии. Абсолютно. Игорь Белоногов. Роман Полинсков. Для вас вели эту программу. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока. Пока.